Привет, вы на канале Yuzuru Hany Life. В твиттере на странице шоу Fantasy on Ice Yuzuru Hany оставил краткое сообщение. Всем привет, это Hany Yuzuru. Уже совсем скоро, с сегодняшнего дня, начнется Fantasy on Ice. Вы готовы? Волнуюсь и пройдя через множество тренировок, я собрался сюда, для того, чтобы вас порадовать. Все участники фэнтези стараются изо всех сил. Пожалуйста, наслаждайтесь ночью фэнтези. 26 мая прошло первое шоу тура Fantasy on Ice этого года. В эту ночь выступление Хавьера Фернандеса на Fantasy on Ice было прервано. Его приостановили из-за землетрясения в 3 балла магнитудой 6,5. Это произошло в ночью в 13:03 по московскому времени. Эпицентр находится у восточного побережья префектуры Тиба. Зрители в зале ждали возобновления шоу. Атмосфера была спокойная. Проверили освещение над льдом, металлические рамы с лампами значительно покачивались во время толчков. Шоу вскоре продолжили. Телеканал Асаши 2 будет показывать все 3 дня шоу Fantasy on Ice 2023 в Макухаре в июле. 8 июля – первый день, 9 июля – второй и третий день, а 16 июля – спецпрограмму с закулисьем, кадры с репетицией и примерки костюмов. Масей Никиява, артист, выступавший в шоу Fantasy on Ice в прошлом году, оставил сообщение. Хочу напомнить, что под песню Никиявы Yuzuru исполнял свою программу Рейсом. Поздравляю с открытием Fantasy on Ice. Спасибо за такое большое количество бесценного, похожего на сон, опыта в прошлом году. Желаю в этом году успешно дойти до финишной прямой. Кстати говоря, в один день, когда я снимал видео для своей новой песни в Тотиге, я наткнулся на невероятный сувенир. Как только я нашел его, то подпрыгнул на месте. Конечно же, я сразу его купил. Сувенир, который купил Никиява, является местной сладостью префектуры Тотиги. Она готовится из мия-юдзу. Мия-юдзу – сорт фрукта юдзу, выращиваемого в Тотиге. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!